В жаркую погоду очень сложно сохранять макияж в идеальном состоянии, особенно если вы ведете активный образ жизни или отдыхаете на курорте. Но хорошо выглядеть хочется всегда. К счастью, сегодня есть альтернатива ежедневным долгим процедурам нанесения косметики – перманентный макияж. Микропигментация – это точечный послойный бор пигмента на незначительную глубину эпидермиса. С помощью микропигментирования можно решить многие проблемы. Придать яркость цвета, сделать правильную форму бровей, губ. С помощью межресничной подводки ресницы сделать более пышными, взгляд выразительный. Но самое главное, вы будете комфортно себя ощущать во время отдыха. Не нужно использовать декоративную косметику. Будущий контур предварительно прорисовывается карандашом, затем после местной анестезии специалист приступает к вводу пигмента. Кстати, буквально несколько лет назад цветовая палитра была весьма ограниченной. Теперь же в распоряжении мастера около 30 оттенков, что позволяет подобрать макияж для любого цветотипа. Не стоит забывать и о противопоказаниях. Это сахарный диабет, склонность к келоидным рубцам, герпес стадии обострения и родимые пятна в обрабатываемой зоне. Рекомендации после процедуры. Пользуемся ранозаживляющими препаратами. Не посещать сауны, бассейны, бани в течение 10 дней. Если клиент хочет сделать процедуру губы, то за 2 дня до процедуры принимаем противовирусные препараты. Важно помнить, что сразу после процедуры цвет на 40% ярче последующего. Поэтому, чтобы выглядеть идеально на ответственном мероприятии, стоит подготовиться заранее. Зато потом можно в течение 2 лет наслаждаться своим новым образом.